А как будет называться новый диск, Валерия? Фамилия, фамилия. Девушка, узел связи, алло. Я говорю, при чем тут моя фамилия? Не моя фамилия, а ваша как фамилия? Вы говорите, что? Как ваша фамилия? Я не понял. Подожди. Вперед. Ой, Валерия. Самолет меня легко уносит. Валерия, это хорошее настроение. Ой, честно признаться, очень давно, в далекие пионерские времена. Да нам, честно говоря, тоже приходится вот это все моделировать. Запах моря, шелест волн. Загар от этого не прибавляется. Да. А вот имя ваше, Валерия, всегда ассоциируется у ваших поклонников с музыкой для души. А как отдыхает сама Валерия? Ну, большей частью в своем подмосковном загородном доме, в кругу семьи, любимого мужа, детей. Но если удается мне выбираться вот в жаркие края, то не думайте, если Валерия лежит, вот отдыхает, загорает на пляже, то она ничего не делает. Нет, она работает, работает и еще раз работает. Так мы тоже тут, в общем-то, не отдыхаем. Сейчас клип покрутим. Для утренней почты специально. Две фразы из нового альбома. Только две? Да. Мне души две пары глаз, мне мечты две тайны, у тебя одна, у меня другая. Ой, нормально спел? Ничего. Правда? Один. Валерия, позвольте для утренней почты ручку целовать. Я от почитателей талантов. И от себя лично. Утренняя почта, ура! В магазин заходит слепой, с собакой-поводырем. И вдруг, к удивлению всех присутствующих, он делает следующее. Он берет собаку и начинает размахивать ею над своей головой. А задачные продавцы спрашивают: «Сэр, can I help you?» «Можем ли чем-то помочь вам, сэр?» «No, I'm just looking around». «Не, я просто осматриваюсь!» А о чем? О любви? О любви. О любви? О любви. О любви! О любви! О любви! О любви!